Карина? Пресса пошла. Скажите, пожалуйста. Да, Андрюх, пойдите. Давайте мы вас отсюда попросим. Уже. Куда, куда? Куда вы вот эти куда вы вот эти клещи ко мне тулите? Вы уже трогаете, трогаете такие кормушки, что лучше вам не связываться с этим. Итак, меня выгоняет. Вот это вот. Вот этот вот человек меня выгоняет. По добру, по здорову. Зачем вам чужие источники дохода? Но мы не выключим камеру. Мы можем договориться. Сколько вам заплатить, чтобы я остался здесь? Мне можно заплатить вашей болью. Ага. Да, значит, я принимаю только боль. Боль и страдания. Все. Мой ценник. Значит, вот этот лагерь. Вот он весь. Вот этот вот лагерь. Да, я. Да нет, ты больно не смотришь. Здравствуйте, скажите, вы грешники? Да, кто это? То есть, что за провокации с утра? Подождите, у меня есть спрей антигрехин, если что. Антигрехин? Я так понимаю, что вы... Антипрессин нужен тут. Вы заказали этот спрей антигрехин? Конечно. Потому что есть чем больше. Доктор Лапшами на ушами, все правильно. Доктор Лапшами на ушами? Конечно, вы с ним знакомы? Ну, мы слышали по рекламе. Вы тоже заказывали? Да, мы заказывали специальную кассету аудио. Аудио? Да. Как обрести святость? Конечно. Обрести святую кассету. Подождите. И еще святую таблеточку. Еще. Нам есть с вами о чем поговорить после того, хорошо, как... Хорошо. Мы с вами встретимся. Скоро встретимся. Какие-то побочные эффекты у этой таблеточки-то? А вам объяснит вот... Побочные, конечно, есть. Я тоже так думаю. Надо бесстрашие. Бесстрашие. Скажите, пожалуйста, вы грешник? Нет. А, нет? Вроде нет. Вы не грешили, да, в жизни? Это не ее статус. Я так понял, что вы тоже не грешник. Тут грешников нет, да? Конечно, нет. Чай добыли. Все понятно. У нас этот статус. Скажите, где вы чай добыли? Нам не важно, грешники или там вы. Там вот Коля раздает за 10 рублей. Коля раздает за 10 рублей. Опять коррупция в этих рядах. Подожди, 10 рублей. А куда эти средства идут вообще? Куда средства идут? Начисление в пенсионный фонд. Надо все это средства. Где смета? Вот оно, лицо коррупции. Че он выбится, сволочь? Вот, кипяток кипит. Деньги-то получаю. Между прочим, эта вода абсолютно стоит бесплатно. Да. В святом источнике. Все правильно, вода абсолютно бесплатна. Да. А моя работа абсолютно платна. А скажите, вы платите налоги? Нет. Не платите, да? Вот так вот честно и открыто, да? Да, потому что пенсию мне не дают. Пенсию не дают. Есть чего платить налоги. Не дают, давайте пенсию, буду платить налоги. Ага, вот человек чихнул, это правда, значит. Она на арбуз чихнул, вот целую. Он чихнул на арбуз, но это питерский арбуз, которого не жалко, можно на него начихать. Начихать, он все равно не вкусный. Да. Будет классно. То есть мы начнем собираться, я так понимаю, в 3 часа. Мне нужно пораньше вообще выехать. Сережа. Я об этом уже второй раз. Сережа. Ей понадобился Сережа. Ей срочно понадобился какой-то Сережа. Зачем вам Сережа? Объясните. Что вы от него хотите, от Сережи? Просто старая колени болят. Она меня называет Сережа. Уже 6 раз. Да, ну все. Сережа, Сережа. Тогда 6 раз. 5 было. Ну, 5 раз. Ого! Здравствуйте. Вам понравился завтрак? Я еще не кушала. Еще не кушала? Ага! Еще... Вот появился такой человек, который даже не кушал. Вот это коррупция. Давайте я тоже скажу, что я не кушала. Это кто? Вот маленькая девочка не кушала. А ты на машине, да? Но ее кормят питерскими арбузами специально. Я не маленькая. Больше никогда я не хотела. Иди к нам. Я знаю, что это заказанный человечек. Как тебе обращается, как тебе море? Нравится? Данилка сказала. Умеешь плавать? Молодец. А собачий или полягушачий? Нет.
По-человечески. Нравится тебе санкт-петербургский арбуз, который растет на тротуаре? Ну все, давай пять. Молодец. Давай еще раз. Еля. Дай, дай гелю. Он подаст в суд. Посмотрите на этого смельчака. Он в суд подаст. Вот он. Юля, дай нажать.